Сейдзо, Рэй, Мавате. С 9 утра эти ребятишки пытаются освоить все навыки и терминологию карате. Бесплатные тренировки школьникам Заволжского района подарила стартовавшая 6 лет назад программа «Счастливое детство». В рамках нее каждое лето в Ульяновске организуются спортивные сборы для детей. Если раньше они проходили во дворах, то в этом году сборы впервые перекочевали в спорткомплекс «Орион». Сюда мальчишки и девчонки в возрасте от 7 до 14 лет приходят как в лагерь. С учетом того, что это у нас пилотные составляющие, мы выбрали 3 смены. В течение 3 смен группы вот от 20, мы думали, что это будет там 15-20 человек, но сейчас уже вот мы видим, что у нас 25-30, побольше, соответственно, мы будем охватывать ребят, то есть 3 смены, порядка 90 человек у нас будут охвачены. Одна смена длится 10 дней, день расписан по минутам. С утра тренировки по общей специальной физической подготовке, футбол, волейбол, бадминтон и шахматы. Затем игры на сплочение коллектива и выносливость. После обеда ребятишки идут на прогулку в парк Прибрежный, плавают в бассейне или же все вместе посещают кинотеатр. 9-летний Слава Афанасьев попал на спортивные сборы во вторую смену. Он считает, что хорошая физическая подготовка поможет ему в будущей профессии. Слава мечтает стать археологом. Я хочу найти какой-нибудь скелет неопознанного НЛО. Мне понравился баскетбол, еда, пицца. За своего сына спокойна и мама. Елена Афанасьева призналась, что ее прельстила увлекательная программа и то, что ребенок постоянно находится в движении. Радует, что я знаю, что как бы он все время под присмотром, что за ним наблюдают, что он все время занят именно вот этими полезными вещами, а не просто там сидеть за компьютером дома. И, знаете, здесь очень вкусно готовят. Помимо обеда здесь предусмотрен и полдник. Каждый раз, уходя из столовой, участники сборов дружно благодарят поваров за еду. Разнообразить меню здесь стараются ежедневно. К примеру, в сегодняшнем рационе на первое – это домашние пельмени с бульоном, на второе – бестроганов из курицы, а на десерт – вот такой вот фруктовый салат. Еще одно преимущество спортивных сборов для родителей и детей Заволжья – их доступность. За пребывание в таком лагере не нужно платить. Достаточно обратиться за информацией к заучам, получить справку о состоянии здоровья ребенка в физкультурном диспансере и записаться у координатора проекта. Третья смена спортивных сборов стартует в Орионе уже 31 июля. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.